Ну, прежде чем начать сегодняшнюю тему, хотелось бы обратиться к вам и попросить вас подписаться на YouTube-канал «Донской союз армянской молодежи». Такая аббревиатура будет DSAM. DSAM. Получается. И если вы смотрите уже много лет мой канал «Антитопор», и вам это нравится, то уверен, вам понравится и то, что делают ребята из Донского союза армянской молодежи. Поэтому подписывайтесь. Уверен, будьте благодарны мне за эту наводку. Ну и подписывайтесь, естественно, на «Антитопор», если вы еще не подписаны, потому что многие смотрят, но до сих пор не подписаны. И подписывайте, кстати говоря, своих родных и близких. Ну а теперь перейдем непосредственно к теме. А знаете, армянки рожали или растили чужих детей часто гениями. Очень много таких случаев. Взять, например, Булата Акуджаву, да, у которого была мать армянка, или Сергея Довлатова, или Павла Флоренского, да, Александра Суворова, кто там еще, Михаил Петровский, братья Хьюз, Мишель Легран, кстати говоря, которого тоже мама армянка. Но тот же Владимир Высоцкий, который просто обожал свою мачеху армянку. Примеров масса, масса примеров таковых. Но вот бывает так, что иногда вот эта вот смесь как-то криво выходит для армян. Иногда, редко. Выходит криво и в лице Рамиза, как его там, Юсуф, Юнус, Рамиз Юнус. Есть такой американский, теперь уже американский политолог, хотя я не думаю, что американский политолог, обычный азербайджанский диссидент, который мигрировал в свое время в Соединенные Штаты и оттуда вещает. В принципе, вот и все. Называть его американским политологом, как это делают украинские СМИ, ну, это уже громко сказано. Мама у него армянка, да, отец азербайджанец. Так вот, этот человек уехал из Азербайджана, сбегая от алиевской диктатуры. И он, и вся его семья, и брат его, и невестка его, Лейла Юнус. Помните, наверное, вот эти кадры, когда ее азербайджанская полиция из туалета, из дома вытащила, прям сидя на унитазе. Она прям так и говорила: я зашла туда пипи, взломали двери, меня оттуда вытащили и вот увезли вместе с мужем. Вот. Так вот, этот кадр постоянно дает интервью украинским СМИ. И у него спрашивают, ну, вполне себе такие резонные, впрочем, вопросы. Ну и один из последних интервью, я помню, у него было, спросили, почему Алиев официально, громко не поддержит Украину? Вроде бы как он с одной стороны поддерживает, да, посылает туда горючее, что он еще там делает, медикаменты. Ну, в общем, всем, чем может, он поддерживает Украину. А вот официально заявить он никак не заявляет. Так что вот этот Рамис говорит. Достаточно, мол, и того, что Алиев делает. А вот армяне... И начинает там про армян рассказывать. Далее украинские СМИ ему говорят: да бог с ним, с этими армянами. Мы спрашиваем конкретно про Алиева. Вот что Алиев там, то и сё. Он, значит, пару слов опять про Алиева и снова, а вот армяне. То есть я хочу сказать, в принципе, и украинским СМИ, и российским СМИ, кто работает на этом фронтовом поприще, когда вы приглашаете вот таких дегенератов в лице вот этого Рамиза Юнуса, вы будьте готовы к тому, что у них мозги работают, ну, немного иначе, не так, как вот у нормальных людей. То есть, что бы вы ни спросили, ну, например, скажем, гейзер на Камчатке, там, я не знаю, потопы где-то там в Южной Америке, ливни, Эбола и прочее, у них всегда будут армяне, они всегда вставят армян. Поэтому вы особо не старайтесь.
И вот этого человека родила армянка, кстати говоря. Понимаете, вот вторая кровь, видимо, немного подпортила. У них действительно мозги работают иначе. Рамиз Юнус, к тебе хочу обратиться, так как на «вы», ну ты никак вот не тянешь на «вы», да? Я к Богу на «ты» обращаюсь, а уж тебе тем более. Ты покинул твой родной, любимый Азербайджан, который ты сейчас пиаришь там в Украине и в Америке наверняка, еще где-то пиаришь, да? А что ж ты в Америке-то делаешь? Чего ж ты покинул-то Азербайджан? Ну, сидел бы в Баку, если все так устраивает тебя. Чего ж ты уехал-то? Украинским СМИ хочу обратиться также. Вы там вроде бы как, вот до последнего, вы все свидетели, да? Я никогда не лез вот в эти вот сейчас вот передряги между Россией и Украиной, поддерживая или не поддерживая кого-то. Я старался отмалчиваться, но... Мне хочется спросить, вы вот вроде бы как с одной стороны стремитесь на Запад, к демократии там, еще куда-то, либерализму и прочему. И в то же время вы пятки целуете Алиеву, диктатору. Вы что, правда ничего не понимаете? Так вы уж определитесь, вы вообще куда стремитесь. Если вам нужна диктатура, с одной стороны, вы кроете Путина, вы кроете Лукашенко, там, Туркмена этого, Туркменбаши, или кто там сейчас, Курбанбердыева, сына его, вернее, уже. Там столько уже всего переплелось, что у меня и самого язык переплетается по-туркменски. Там Ким Чен Ира, ну, всех кроете, Асада. Так а сами что, вы же поддерживаете такого же диктатора, по вашим словам. Вы же их диктаторами называете? Так почему же тогда Алиев не диктатор? С 2003 года правит. Или те диктаторы хороши, кто вам помогает? Но это уже лицемерие, уважаемые украинские коллеги. Это уже лицемерие. Вы уж определитесь, либо вы там, либо вы здесь. Что ж вы от диктаторов принимаете помощь, от диктатора вы чего-то хотите. И с другой стороны, вы против диктатуры всякой разной политической. И стремитесь к демократии. Вы знаете, что такое демократия? По поводу остального Рамиза Юнус, я не знаю, просто видели вы это интервью или нет, наверняка не все видели. Я вам просто хочу что напомнить-то. Рамиз Юнус, среди армян, конечно, тоже есть, которые одни поддерживают в этом вопросе Россию, другие поддерживают в этом вопросе Украину. Есть много погибших. Кстати говоря, чуть ли не в равной пропорции ставшие героями России. Со стороны Украины есть герои Украины армянского происхождения, погибшие и не погибшие, и их немало. Со стороны России тоже есть такие же, да? А азербайджанцев значительно меньше и там, и там. Может, напомните опять, в чем дело? Помните Великую Отечественную войну? Вас опять было в три раза больше, но героев у вас в три раза меньше. Вы сейчас ликуете по поводу Арцаха, да? Ну так вы ликуете, понятно, из-за чего вы ликуетесь. Вы обзавелись там себе более мощным союзником и ликуете. Потому что вы боитесь один на один оставаться с армянами, вы это знаете. Потому что вы всегда получали потом один нормальный такой чапалах после того, как начинали драку. Вспомним 1905 год. Баку, события. Да? Об этом еще сам губернатор Баку Новиков писал. Чего вы творили с армянским населением Баку? А что было потом, в 1906 году? Как вас прижали эти армяне? И вы стали вопить на весь мир. Вернее, тогда вас особо мир не знал, но на всю Российскую империю вы начали вопить. Вспомним 1918 год, когда вы устраивали погромы в том же Шуши, в Шамахе, в Кубе, в Баку. И что потом вам армяне в ответ сделали? Напомнить вам? Вы тоже начали вопить. И долго очень вопили. И до сих пор орете, вспоминаете те годы про армянских дашнаков и прочее. А ведь не просто так они вас прижали, эти самые армянские дашнаки.
Вспомним 1980 год, сумгаитские события, бакинские события, события в Кировабаде, ныне Гендже. И что потом произошло? Вы там начали вопить про Ходжалы, Карабах, 20% и прочее. 30 лет вы это вопили, да? Так вот, попомните мое слово. Армяне с древнейших времен живут и здравствуют только потому, что таких крыс загоняют в угол. И то, что вы сейчас творите в этом Бердзорском коридоре, и то, что вы творили в 2020 году, вам аукнется, и вы увидите. Поэтому крылышки свои вороньи пониже немножко держите. Ведь все это аукнется, и вы прекрасно знаете. И ваш лидер нации об этом прекрасно знает. Поэтому быстренько побежал к турецкому паше подписывать межгосударственные договоры военно-стратегического сотрудничества. Спрашивается, если не от армян, то от кого так собирается защищаться Азербайджан? Где же у него враги-то? Где у него враги? Против России, что ли, попрет Азербайджан? Нет. Против Ирана тоже нет. Против Грузии нет. Против кого? Ну, естественно, армяне. Армяне во главе угла. У вас арменофобия головного мозга. И для того, чтобы обезопасить себя, вам нужен был этот договор с Эрдоганом, договор с турками, чтобы армяне не дали вам ответку такую, как было в 1906 году, в 1918 году, в 1990 году. Вот вы чего боитесь. А еще Алиев боится оставить своего сына Гейдара II младшего один на один с армянами. Потому что царство свое, естественно, он передаст своему любимому сыну. И для этого нужен ему мирный договор. И для этого нужно убедиться, что территориальная целостность Азербайджана будет неугрожаема главным образом армянами. И чтобы его сын не попал в такую передрягу, как попал его отец или дедушка, я имею в виду Гейдара II. Вот для чего все это нужно. Поэтому хочу обратиться и к этому самому Рамизу, защищающему диктатуру и бочку, бочку гонит при этом на Россию, на Соединенные Штаты, живет там и бочку гонит на Соединенные Штаты. Ладно, на Россию гонит, во всяком случае не в России живет, да? Но делая это настолько нагло, ты попробуй жить у себя в Баку и бочку гнать на Алиева. Ты же удрал оттуда. Так чё ж ты, сидя в демократическом обществе, блюешь в это самое общество? Не стыдно тебе? Весь в отца, видимо, судя по всему. Теперь хотел бы сказать о своих хейтерах, коих немало. Смотрите. Только ворона может напасть на орла. И то орел борется с вороной очень просто. Когда ворона садится во время полета орла ей на шею и начинает клевать ей шею орла, орел не борется с вороной, абсолютно. Орел просто молча поднимается все выше, выше и выше к небу. Орел-то может дышать высоко, а для вороны это уже сложно делать. Кислород для вороны заканчивается. Ворона, задыхаясь, падает ниц и дохнет. Так молча орел побеждает ворону. Так вот, дорогие мои вороны, вы можете орать, каркать, там, что угодно говорить обо мне, об армянах, об Армении, о нашей культуре,
о нашей истории, которой вы завидуете, я уверен в этом. Но вы были и останетесь воронами, причем не воронами, а воронами перед орлом, который, кстати говоря, изображен на нашем гербе.